Здравствуйте, дорогие зрители моего видеоканала на YouTube. Я продолжаю свой видеопроект «Читаем книги», или как тут его уже окрестили, уроки литературы Максима Ефимова с чашечкой утреннего кофе. И сегодня я бы хотел поговорить о книге стихов поэта Иосифа Бродского. Вот эта книжка. Почитать немножко его стихи и прокомментировать их. Но это очень кстати оказалось для меня, это чтение стихотворений Бродского. Вчера я общался с добрым зомби, с одним добрым зомби, и у меня такое возникло внутреннее опустошение. Я понял, что главная цель – это спасение души, это спасение человеческого в человеке. И, конечно, главное противостояние, в принципе, главный конфликт происходит между жизнью и смертью, между живой душой и мертвой душой. И здесь, конечно, нам выжить и сохранить наши души. Помогают такие авторы, писатели, поэты, как Иосиф Бродский, несомненно. Его поэзия, ну, она принципиально, как бы, оторвана от вот этой вот жизни социальной. Это взгляд из вечности. Это взгляд человека, его попытка. Это поэт очень здорово, очень сильно ощущает страх смерти и саму смерть. Очень тонко чувствует ее присутствие, смерти. И поэзия Бродского – это стремление адаптировать нас к неизбежности смерти, к страху смерти. И, видимо, сам поэт это испытывал очень сильно. А смерть, она повсюду, смертушка присутствует во всем. И в первую очередь она присутствует в абсурде нашей жизни, в ее иррациональности, алогичности порой, а очень часто, чего не коснись. Кроме того, как известно, биография Иосифа Бродского – это биография человека, эмигрантская биография. Он покинул Россию, уехал в США. Там он смог, в принципе, состояться. Оказался востребованным именно в США. Зима, зима, я еду по зиме, куда-нибудь, по видимой отчизне. Гони меня, ненасти, по земле, хотя бы вспять гони меня по жизни. Человек разумеется,
А это ощущение прежде всего изгнанничества какого-то, да? Важность движения, да, потому что действительно важность процесса, потому что движение это жизнь и есть, и любая стагнация, консервация это смерть. Поэтому вот это вот изгнание для думающего человека это благо, на самом деле это благо, и благодаря которому он осваивает не только большие географические пространства, но и пространство души. Они тоже, как ни странно, расширяются. У меня есть друг, который в трудную минуту садится за руль и едет, куда глаза глядят на своей машине. И дорога его успокаивает. Дорога открывает ему нечто сокровенное, важное. И вот освоение географического пространства как-то связано с освоением пространства души. Так человека встречного лови и все тверди в искусственном порыве. От нынешней до будущей любви живи добрей, страдай неприхотливей. Действительно, нет ничего важнее, доброго отношения. Я бы сказал, что бывают, то, с чего я начал, бывают добрые зомби, но доброта, в принципе, человеческая, это нормальное состояние как бы душевного организма. А вот злость, злоба такая, да, это я бы сравнил с повышением температуры тела, которая свидетельствует только лишь о том, что организм борется с болезнью. Но понятно, что что это не должно быть перманентным состоянием, да, это состояние злобы, потому что это все-таки состояние некое экстремальное, состояние болезни, борьбы. Но потом душа должна, вот этот душевный организм, так скажем, должен вновь прийти к своему нормальному состоянию доброты. И неприхотливое страдание, я так понимаю это, что в принципе человек должен пережить какие-то экстремальные моменты депрессии, чтобы что-то понять. На самом деле, благодаря депрессии человек поднимается. С одной стороны, немножко парадоксально, конечно, но депрессия, она вызвана заниженной самооценкой, с одной стороны.
Но с другой стороны, когда человек падает, то это тоже процесс, это тоже движение, которое потом в конечном счете в нем вызывает какой-то важный механизм, какую-то важную открывает в нем способность, функцию к росту и к осознанию очень многих вещей. Вот почему, допустим, самоуспокоенность добрых зомби, она, в принципе, губительна для души. Вот почему там, где нет неких противовесов, там, где действие не рождает противодействие, там возникает вот эта беспроцессность, эта обездвиженность, это какая-то анемия, да, атрофия. И умирание происходит. Но страдать вот именно, что надо как бы без надрыва. Потому что, в принципе, у человека не так много сил, не так много энергии, а на все уходит душевная энергия. И тот, кто сильно страдает, то тоже влияет на него негативно. Человек не должен страдать сверх меры. Это очень ожесточает человека, на самом деле, страдания. Вот. Поэтому страдай и неприхотливее. Тут, конечно, такая, конечно, ирония. Конечно, ирония над страданием нашим. И такая шутка поэта. Люби проездом родину, друзей. Люби проездом родину, друзей. На станциях батоны покупая. О прожитом бездумно пожалей. К вагонному окошку прилипая. Все тот же вальс в провинции звучит, летит, летит в белесые колонны, весна друзей по-прежнему молчит, блондинкам улыбаясь благосклонно. Отходят поезда от городов, приходит моментальное забвение, десятилетия искренних трудов, но вечного, увы, не откровения. Да что там жизнь? Под перестук колес взбредет на ум печальная догадка, что новый недоверчивый вопрос когда-нибудь их вызовет обратно. Так поезжай, куда? Куда-нибудь, скажи себе, с несчастьями дружу я. Гляди в окно и о себе забудь, жалей проездом родину чужую. Но это когда уже своей родины не жалко. И это нормально. Здесь вот мне интересно, отношение человека, отношение поэта к родине. Ну, своей понятно. Про свою родину можно забыть. И это полезно даже забыть. Я вот тоже оказался иммигрантам, как и многие люди, которые оставили какой-то след в истории писатели, философы. И для меня
Родиной стало все человечество, вся планета. То есть я и раньше так ощущал, но вот когда я настолько отдалился от своей, так скажем, страны, я понял, что и сблизился с другими культурами, потому что мой круг общения – это очень, очень такой многообразный. Я сталкиваюсь с людьми из разных культур. Со всеми я общаюсь, узнаю что-то интересное, новое, как-то пытаюсь проникнуть в их умонастроение. И я так... И получается, что я люблю проездом родину друзей. Вот я не погружаюсь особенно в культуры эти, да? Но я немножко как бы проездом прикасаюсь к ним. Они как бы мелькают так за окном, да? Когда мой поезд движется куда-то. И мне нравятся эти культуры именно проездом, эти чьи-то родины, которые отчасти и моими становятся тоже. О прожитом бездумно пожалей. Ну, бездумно пожалеть. И так тоже получается. Ну, и получается, что я и жалею. Но когда я, в принципе, задумываюсь, я уже не жалею о прошлом. И для меня, допустим, вот время... Оно показало, что, конечно, по-другому быть и не могло. И я просто понимаю, что те двери, в которые я не вошел, и в которые вошли другие люди, с которыми я был знаком, и которые меня окружали, а потом они как бы отпали все и удалились куда-то, ну и живут там своей жизнью, я понимаю, что я бы так не смог. Иначе я был бы другим человеком. Я не мог. Я не смог бы превратиться в зомби. Я должен был... развиваться, я должен был стать тем, кто я есть сейчас и кем я буду дальше. И самое ведь удивительное то, что люди не живут своей жизнью. Не все живут, многие, не все, многие, конечно. Когда я говорю «все», я сам это слово не люблю, но я подразумеваю «многие». С оглядкой на кого-то. И живут из чувства зависти. Вот я это тоже увидел. Я, кстати, не... Сколько не осуждаю никого, да? Потому что пробиваться через эти, через этот социальный железобетон очень сложно. Для этого надо обладать каким-то и характером, и еще важным качеством,
какой-то вот какой-то поддержкой. Вот эта поддержка, она это такая вещь удивительная, просто. Но об этом, может быть, потом поговорим как-нибудь. Что это за поддержка? Есть испанская поговорка, которую использовал Сервантес в книге про Дон Кихота, что когда одна дверь закрывается, другая открывается. Не надо бояться этого. Это, наоборот, делает жизнь интереснее. И это на самом деле так. И, наконец, так поезжай, да, вот поэт предлагает отправиться в путь. В путь он за движение. Знаете, нужно уходить от всего. Нужно менять в своей жизни что-то. Ну, ведь так же, по сути, это великая изменчивость. Как люди ее боятся. Изменчивость связана, конечно, с неопределенностью, с рисками. Как люди боятся этого всего. Я просто сочувствую людям, которые ради комфорта лишают себя судьбы. Так поезжай куда? Куда-нибудь. Скажи себе, с несчастьями дружу я. Вот это выход из зоны комфорта. И просто отправляешься, куда глаза глядят. Дальше начинается жизнь. Дальше открываются двери. И ты понимаешь, что в принципе все. Вот это пространство, оно вдруг каким-то образом начинает преображаться, меняться, и меняешься ты сам. И, конечно, это стресс, и это несчастье, это разочарование, безусловно, но тогда ты хоть что-то поймешь. Вот так, если никаких перемен, если никакой депрессии, если никаких огорчений, ну, это впустую прожитая жизнь. Гляди в окно и о себе забудь. Ну вот, что нам поэт советует? Досмотреть, просто наблюдать за происходящим, но немножко приглушить свое эго. Конечно, мы все эгоисты и все себе считаем там пупами земли. На этом держится все, в принципе, все. Я сказал, что мы живем из зависти, и зависть — это причина, следствие, точнее, низкой самооценки. И потом мы живем вот этим эгоизмом, собственным эго, которое нам тоже мешает. Надо забыть о себе, да,
Вот просто отнестись к себе как к пылинке какой-то, как к наблюдателю. Вот я смотрю со стороны. То, что со мной происходит, потом я это перевариваю, потом у меня рождаются мысли, рождаются тексты, рождаются произведения, книги, рождается искусство, культура, рождается дух, и душа растет. Где-то надо о себе забыть. Жалей проездом родину чужую. Ну, я и жалею, кстати говоря, потому что везде, где я был, где я жил, мне жалко эти общества, мне их жалко просто. Даже такие благополучные там разные. Я видел миллионеров, пустых людей. Я вижу, как они там, богатые люди, бездушные, там ходят в церковь, чтобы как-то адаптироваться с бессмысленностью своего существования, к примеру, да. Вот. А бедные, наоборот, вот люди философствующие не могут себе заработать на жизнь. И тоже, ибо они востребованы, и тоже как бы их жалко. И вот такая ситуация, о которой можно пожалеть только. И, конечно, жалея мимоходом родину чужую, эти упущенные возможности этих людей, оболваненных просто, онасекомленных, увы. И просто наблюдая за тем, что происходит, и за самим собой, рефлексируя, не придавая большого значения ничему и никому. Такая вита контемплятива. Инструкция опечаленным. Эпиграф: не должен быть очень несчастным и, главное, скрытным. Ахматова. Я ждал автобус в городе Иркутске, пил воду, замурованную в кране, глотал позеленевшие закуски в ночи в аэродромном ресторане. Я пробуждался от авиагрома и танцевал под гул радиовальса. Потом катил я по аэродрому и от земли печально отрывался. И вот летел над облаком атласным, себя, как прежде, чувствуя бездомным. Твердил, вися над бездною прекрасной, все дело в одиночестве бездонном. Не следует настаивать на жизни страдальческой из горького упрямства. Чужбина также сродственна отчизне, как тупику соседствует пространство. Ну, это прекрасная, конечно, кода. Во-первых, действительно, в нас как бы есть у нас есть, в нас это вот сильно желание такое, как бы страдать, да? А мы хотим страдать. Человек хочет страдать и хочет мучить других людей. Мы так созданы, и люди от этого получают удовольствие. А как бы есть вот в этой непризнанности, да, какая-то радость. Есть упоение в бою, у бездны мрачной на краю. Вот. И, ну, в принципе, это дает какое-то удовлетворение, конечно, чувствовать себя непризнанным гением. Но это сродни чувству подростка, когда он там в таком амплуа анахорета-ПТУшника, да,
когда весь мир бардак, и это немножко смешно со стороны выглядит. Поэтому, ну вот, это настроение, это все равно, что там ты чему-то, кому-то что-то доказываешь, да, кто тебя, ну, не понимает, или проговариваешь все время одно и то же. Это в конце концов, хоть это тебе и нравится, но это в конце концов уже скучно. Вот, поэтому упрямство где-то, конечно, и уместно, и даже необходимо где-то быть занудой и упрямцем, чтобы добиться какой-то важной цели. Но, в принципе, не стоит зацикливаться. Тут следует проявлять гибкость. И как раз эмиграция этой гибкости учит. Чужбина также сродственна отчизне, как тупику соседствует пространство. Ну, я как будто на чужбине живу, ну да, но другой язык, который как бы только здесь есть, и получается, что если ты его учишь, то этот местный язык, то как бы ты вот в этих варишься вот в этом местном котле исключительно, да, потому что, ну, больше это никому не интересно. А ведь мир велик и многообразен. Живя в России, я это тоже чувствовал, хотя Россия большая страна территориально, но это немного значило в том смысле, что, во-первых, я и не знаю там всю Россию, я не, но много где не был в России. Это раз. И второе, вот эта унификация культур. Все-таки мир-то больше, чем одна страна. И хотя одна страна может отражать многообразие мира, если она такая мультикультурная, да, но Россия-то, в общем, как-то не ощущал я там большой связи с какой-то мировой культурой, с каким-то мировым процессом. Может, дело во мне все было. Но и поэтому я там, допустим, изучал вот иностранные языки, английский, французский. И это было. Это я чужбину ощущал как отчизну, живя в своей отчизне, да. И теперь, когда я уехал из России, в принципе, чужбина осталась чужбиной. Более того, когда происходит какое-то вообще отчуждение, просто катастрофическое,
или поэтическое, да, лучше сказать. Действительно, как и стихи, как и мысли. Есть тупик, а есть пространство. И вот где-то, когда мне не хватает пространства, я ощущаю тупик, тупиковость, то это довольно-таки субъективно все. Хотя с другой стороны, ну можно объехать весь мир. Как говорят, мир тесен. И ощутить тупик. А вот в конце концов понять, что ты оказался в тупике. Что даже вся планета это некий тупик, из которого есть выход. В конце концов. И к этому выходу адаптирует а философия, психология и поэзия. Дальше. За тем, что пустым разговорцем развеять тоску и беду, я странную жизнь стихотворца прекрасно на свете веду. За тем, чтоб за криком прощальным лицо возникало в окне, чтоб думать с улыбкой печальной, что выпадет, может быть, мне, как в самом начале земного движения, с мечтой о Творце, такое же ясное слово поставить в недальнем конце. Ну вот, на самом деле, это как бы миссия поэта, философствующего человека, думающего, размышляющего, адаптировать человека к неизбежности смерти, как я уже говорил. И как бы помогать ему очеловечиться. Опять ирония здесь, пустой разговорец. Ну, конечно, допустим, вот это слова, да, кто-то может сказать, что это всего лишь слова, но это слова, которые помогают жить. На языке мы мыслим, и слова, одни слова нас опустошают, да, какой-то шум словесный, словесная просто словоблудие. А есть слова, которые нас наполняют смыслом, которые спасают нас, которые помогают нашему становлению. И странная жизнь стихотворца прекрасна на свете. Действительно, то, что странно, то и прекрасно. Потому что ненормально быть нормальным, да? А прекрасно то, что странно. То, что нестандартно. В этом есть счастье. Поэтому
Сила слова, она и заключается в том, что это слово может окрылять нас, может нас, помогает нам жить. В этом и есть сила слова. Вот также сила может быть и убивает жизнь, да. В этом тоже сила слова. Поэтому вот эти масс-медиа, допустим, я бы их, конечно, запретил, да. Но это невозможно. Но, по крайней мере, я бы не финансировал их. Но это ладно. Это другая тема. Слава Богу, чужой, никого я здесь не обвиняю. Ничего не узнать, я иду, тороплюсь, обгоняю. Как легко мне теперь от того, что ни с кем не расстался. Слава Богу, что я на земле без отчизны остался. Есть в этом прекрасном положении отчужденности, да? Действительно, свой, когда свой, но все понятно. То есть нет этой разницы потенциалов каких-то, да? А хорошо, что есть свои и чужие, потому что благодаря этому конфликт ведь не всегда плохо, да? Конфликт иногда и очень хорошо, вот это непонимание, да, и попытка понять. Она толкает на размышления, соответственно, человек начинает думать, и благодаря этому он становится гибким, и так далее, он развивается. А это прекрасно, что нет этого монолита. Просто это очень многим трудно понять, да, все же хотят как бы ясности. Вот. Все хотят предсказуемости. С этой предсказуемостью приходит тоска зеленая. Ни с кем не расстался, понятно, что те, мы в себе все это несем, в принципе, да, а в нашей памяти образы людей, и действительно даже умершие люди, они как бы и не полностью умирают, да, оставаясь в памяти у нас, в наших воспоминаниях. Они, как-то влияя на нас, становятся, ну, частицей нас. Поэтому мы так-то ни с кем и не расстаемся. Но физически да, но ментально, духовно нет. Если мы кого-то принимаем и впускаем в себя, да. И слава Богу, что я на земле без отчизны остался. Ну, действительно, это так мелко мыслить категориями там патриотизма. Это очень мелко. Это вообще даже недостойно человека быть патриотом там. Я вот смотрю, как люди бегают с флажками. Гимны поют часто такие очень примитивные, да, бездарные, как они всячески демонстрируют свою лояльность, это настолько, это что-то здесь есть такое собачье, да, какая-то примитивизация людей, на это грустно смотреть. На эти парады. Слава Богу, что я без отчизны остался, да?
я на земле без отчизны остался. И действительно, как бы патриотизм, да, вот эта вот привязка к месту какому-то, к родине, да, она здорово человека ограничивает. Она здорово сужает его вообще кругозор, опыт. Вот этот национализм, это просто. Ругаться не буду. Но национализм это же просто такое явление пещерное. Хотя тогда не было еще нации, да. Но в первобытное время, но я имею в виду, что это ограниченность. Это ограниченность. Понимаете, когда говорят, что надо защищать культуру одну за счет дискриминации культуры других, ведь в этом тоже проявление культуры. И если это культура неравенства, дискриминации, зачем она нужна тогда, эта культура такая? Когда говорят, что надо защищать язык, сохранять язык, я этого тоже не понимаю. Зачем защищать какие-то инструменты, там, саху, которые вскапывали огород, чтобы добыть себе пропитание, когда есть уже там техника. Да, вот это то же самое и с языками этими. Мы вместо того, чтобы использовать современную технику, мы предпочитаем сахой это все вскапывать, чтобы выжить. Когда язык является препятствием для того, чтобы человек жил хорошо, это, конечно, это тоже дискриминация, это тоже неравенство, это тоже унижение достоинства человеческого. Тоже насилие над человеком. Так что никакой отчизны, ребята, никакого патриотизма. Все это способствует тому, что человек просто превращается в винтик, в придаток системы какой-то, какого-то государства. Что касается звезд, то они всегда. То есть, если одна, то за ней другая. Только так оттуда и можно смотреть сюда. Вечером после 8 мигая. Небо выглядит лучше без них. Хотя освоение космоса лучше, если с ними. Но именно не сходя с места, на голой веранде в кресле. Как сказал, половину лица в тени пряча, пилот одного снаряда. Жизни, по-видимому, нету нигде, и ни на одной из них не задержишь взгляда. Ну, я писал про освоение космоса, да, что это такая, как бы, афера, что жизни нету нигде, кроме нашей планеты, и нужно осваивать эту планету и беречь ее, и делать из этой планеты рай. Вот. Но не получается пока что. А так, там, где нет жизни, там неинтересно. Поэтому нужно умножать жизнь. А как это делать? Я не говорю про то, что умножение жизни это там бесконечное деторождение. Нет. Что? Сколько сейчас на Земле? 7 миллиардов? И что? Если люди духовно мертвы? Нет, умножение жизни это
прежде всего умножение желания жизни. Это умножение энтузиазма, это какое-то вдохновение. Вот жить вдохновенно, да? Это творчество обязательно. Это многообразие. Вот что такое жизнь. И именно на этом и можно задержать взгляд. Поэтому я бы дал эту возможность людям, каждому человеку творить, самореализовываться. Но это сложно, очень сложно. Очень немногие люди счастливые могут увлечь своим внутренним миром других. Есть художники такие современные, в том числе, которые могут продать свои работы, которые интересны. И писатели тоже. Отчасти им и хвала, потому что это очень сложно. А вот. Но если это задерживает взгляд, если это нравится, если даже это непонятно, просто хочется смотреть на это, то искусство уже достигло цели своей. То, что видеть не хочется, это значит, что все. Это вырождение началось. Вот. Поэтому я выступаю за рождение, не за вырождение, и за рождение жизни. Еще раз повторюсь, что рождение жизни – это прежде всего рождение человеческой души. Потому что физически, просто как вид, человек неинтересен. Он мало чем отличается от приматов, там, млекопитающих и так далее. Человек интересен, и поэтому в данном случае не важно, кто, сколько людей, их количество, это не важно. Потому что это просто биомасса, как и любая там, любые животные. Поэтому в данном случае вот эта рождаемость бесконечная, как тут некоторые стараются там, как эти принтеры этих детей рожают, почему-то это у всех вызывает восторг дикий. Просто умножается биомасса. А важно другое. Важно, чтобы умножалась душа, мировая душа, человечность, чтобы было больше индивидуальностей, чтобы было больше своеобразие, чтобы было больше многообразия. Вот что главное. Ну а это, к сожалению, очень сложно.
Так что будем рады тому, что есть, и тем людям, которые пробились сквозь этот железобетон социальный и как-то оформились и выкристаллизовались. Вот такие люди, как Иосиф Бродский, стихи которого мы сегодня читали с вами. Я желаю вам всего самого хорошего и до новых встреч. Читайте хорошие книги. И не смотрите телевизор. Не смотрите его. Это то, что убивает душу, то, что уничтожает человека.